Чистая вода в кранах рязанцев для городского водоканала сегодня вопрос принципиальный. Три новые скважины на Окской очистной водопроводной станции в этом смысле серьезное подспорье. Ежедневно отсюда водопровод подает 45 тысяч кубометров артезианской воды. После завершения строительства проекта добавит еще 5. На данный момент ведется бурение 3 артезианских скважин. На данный момент 3-я скважина пробурена на 160 метров. Это Каширский горизонт. Вот. Строительно-монтажная работа подходит к завершению. То есть скважина, в принципе, готова к эксплуатации. Каширский горизонт – это 160 метров вглубь, почти 1000 кубометров воды в сутки. Две остальные скважины уйдут глубже, на 250 метров. После окончания бурения здесь установят мощные погружные насосы, а уже отсюда чистейшая вода будет смешиваться с речной из Оки. И после комплексной очистки через станции второго подъема ее подадут в городскую распределительную сеть. Все серьезно. И настрой водоканала улучшить качество, и заявленные проектные мощности 5000 кубометров воды плюсом, ну и, конечно, финансирование. 29 марта 2021 года был заключен государственный контракт на строительство, определена подрядная организация. Стоимость строительства данного объекта 22,3 миллиона. Объект строится по программе, федеральной программе «Чистая вода». Значит, федеральных денег 21,2 миллиона, 600 тысяч идет из средств областного бюджета и софинансирования из средств города. Ожидаемые сроки окончания бурения всех трех скважин и подключения к сети – конец июня. Впрочем, одну из них запустят уже совсем скоро. Первыми прочувствуют вкус свежести жители Дашков, Соколовки и улицы Циолковского. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».